Центр социального обслуживания Ленинского района предлагает нуждающимся бесплатную помощь. Услугой могут воспользоваться одинокие инвалиды первой-второй группы с умственными нарушениями. Ассистенты работают по индивидуальным программам реабилитации или заключению врачебно-консультационной комиссии. Максимум 60 часов в месяц. Пока предложением воспользовались лишь 3 человека. Услуга включает в себя сопровождение в решении юридических вопросов, бытовых проблем, возникающих у данной категории инвалидов, ну и ряда других проблем, где требуется помощь.